Вашему вниманию представлены лучшие моменты игры «Кулагер Алматы». И вот мы видим, как петропавловцы, хозяева площадки, активно начинают эту встречу. Момент за моментом. Еще один бросок. Но здесь Коди Портер на месте. И мы видим уже розыгрыш 5-4. Здесь пробует игрок алматинской команды Владислав Туник. Пробовал уйти на лакросс, но... Ну, здесь оборона сыграла вовремя, но далее удалился Бабинцев у нас. Удалился второй раз. Кулагеровцы отыграли в меньшинстве, вытерпели. И Иван Казаченко забивает первую шайбу в сегодняшнем матче. Мы видим, Павел Анисимов набрасывает. И после рикошета от борта Иван Казаченко оказался... в нужное время, в нужном месте и в пустые ворота забрасывает первую шайбу. И здесь смотрим. Здесь Перегородина нам показали, тоже был опасный момент. Обмен моментами. И здесь Ян Хоменко на пятаке был самый расторопный после передачи седьмого номера. Здесь у нас партнера забивает шайбу и сравнивает счет. И мы видим... Красивейшая шайба, хороший розыгрыш от алматинцев. Здесь мы видим, молодой Фатыхов отдает передачу на Андрусенко, и после чего переводит на Кожевникова. Тот броском сходу выводит свою команду вперед. 2-1 во втором периоде. Гости повели, но мы видим, что петропавловцы тоже... не сидели на месте, не сидели дома, сразу побежали отыгрываться. И здесь уже снова молодежь бежит в атаку. И здесь у нас Аргамбаев отдавал передачу уже на открывающегося на дальней штанге Анисимова. И замкнуть не удалось. Опасный момент. Здесь не дали добить игроку алматинской команды. Ну, неплохо вылазил здесь Кирилл Баев. Смотрим очередной розыгрыш. Машинец. И здесь на месте Денис Каратаев. Да, уже как было сказано, что в первом периоде, конечно, Коди Портер вытащил сколько там, больше 15 бросков. И во втором периоде уже ситуация поменялась. И здесь уже доминировали гости. И в дело пошел Денис Каратаев. Вот очередная ошибка в обороне. И здесь... переиграл Денис Каратаев, 16 номера команды Алматы. Здесь Егор Кожевников не смог обмануть голкипера петропавловцев. И здесь хороший момент создают алматинцы. Вывели партнера на вершину. И да, Тарасов здесь поливал с вершины. Но Денис Каратаев сумел парировать эту шайбу. И здесь хороший момент у Александра Своеволина. Ходил на лакросс. Прочитал. Момент у нас Коди Портер. И успел плечом закрыть ближнюю штангу. Ну вот, понесся Петропавловск у нас в третьем периоде в атаку. Шикарная девятка. Да, в самоотверженную. Никита, и забивают все-таки вторую шайбу в ворота Коди Портера. Голощапов здесь, да. Ну, здесь надо отдать должное, конечно, 79-му номеру Александру Меньшикову. За шикарную передачу. Закрыл вратаря. И все как по маслу залетело. Сравнивают счет петропавловцы 2-2. Здесь под конец третьего периода был момент у петропавловцев. Своеволин отдает на партнера. Здесь выбегают 2-1. Все правильно сделал Саша. Ну и тут отдать надо должное голкиперу алматинцев. И был момент под конец третьего периода и у Алматы, мы видим. Да, Карамнов здесь убирал на неудобную, но в створ не попал. И вот снова капитан команды, 12 номер, отдает убойную передачу на Артема Бурделева. И тот ставит точку в сегодняшнем матче. В овертайме побеждает Кулагер. Видим, здесь Илья Рыжий отпускает капитана команды Виталия Карамнова и отдает он передачу. Бурделев завершает. 3-2.
Поздравляем алматинских болельщиков с победой. 29-36 по броскам створ. Впереди алматинцы, собственно, вполне заслуженно. 34-18 у нас на точке вбрасывания. Почти что в два раза оказались сильнее петропавловцы в этом компоненте. Ну и одна шайба в большинстве. Это у нас первая заброшенная от Яна Хоменко. И по удалениям равно. В первом периоде у нас на 4 минуты наиграли петропавловцы, во втором алматинцы. И третий период у нас прошел чисто, без удалений. Фиксируем счет 3-2. Поздравляем алматинцев с победой. До скорых встреч. Увидимся на хоккее.